Наша современная поликлиника работает для комфорта и удобства своих пациентов. Доктора и медсестры обустроились в кабинетах и готовы предложить новые услуги. Сейчас медицинская техника поражает возможностями. Совсем скоро можно будет измерить остроту слуха. Исследования проводятся безболезненно, неинвазивная процедура и позволяет нам оценить слуховую функцию, то есть поставить факт, то есть диагностировать именно снижение слуха, определить сторону поражения, тип поражения и степень. Исследования с помощью аудиометра необходимы людям, которые жалуются на снижение слуха, шум в ушах и чувство заложенности. По результатам исследования принимается решение о последующей тактике лечения либо вопросе дальнейшего слухопротезирования. Мы сможем достаточно быстро, своевременно оказывать помощь и уже дальше направлять. Это очень много времени сократит для пациента. Аудиометрия проводится взрослым и детям старше 5 лет. Если есть проблемы с отитами или длительной потерей слуха, то необходимо пройти эту процедуру. Тем более, что ехать в профильный институт не надо. Достаточно просто записаться на прием к лору. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.